Всем привет! В этом видеоуроке нарисуем летний образ принцессы диснеевской сказки. При подготовке видео использовалась продукция производства компании Эрих Краузе. Для работы берем цветные карандаши от Эрих Краузе. С помощью 24 насыщенных цветов рисунок будет выглядеть реалистично и ярко. Рисует карандаши очень мягко, имеют прочный не ломающийся грифель. Начинаем рисовать героиню с общих форм. Наметим форму головы, шеи, положение рук и туловища девочки. Начинаем с головы, определите с масштабом. Как обычно, нарисуйте круг, затем форму лица. Дорисовываем шею и плечи. Теперь рисуем форму для туловища. Девочка изображена в 3/4. Дорисуем пышную юбку. Теперь рисуем форму рук. Рисуем согнутые руки. В одной руке героиня держит фотоаппарат. Нарисуем шляпу. Теперь рисуем общую форму волос, которые разлетелись на ветру. В этом этапе нашей работы нарисуем фотоаппарат и его детали. Еще раз проверьте, чтобы все было пропорционально. Наточите хорошо карандаш для того, чтобы прорисовать детали лица. Рисуем детали лица. Девушке нарисуем милое личико. Рисуем брови, носик, большие красивые глаза и улыбку. Теперь прорисовываем волосы. Уложенные пряди разлетелись от потока теплого летнего ветра. Обрисовываем руки, талию и вытираем вспомогательные линии. Дорисуем детали платья. Карандашный рисунок готов. Можно приступить к раскрашиванию девушки. Лицо и тело закрасим в светло-оранжевый оттенок. Коричневым добавим теней. Раскрасим щечки розовым. Нарисуем красивые глаза. Для этого нам понадобится фиолетовый для век, голубой для радужек, черный для ресниц. Раскрасим коричневым волосы.
Шляпу раскрасим в желтый и коричневый и добавим тени. Платье раскрасим в розовый цвет. Легкими штрихами черного карандаша осталось раскрасить фотоаппарат. Получился вот такой красивый рисунок. Итак, победители, которые первыми написали правильное время появления пасхалок в прошлом видео. Это Гулия Нурбакова, Валерия Супер, Близняшки ТВ. Вам большой привет! И поздравляем новых подписчиков. Анна Жазарян, Эвелина Воеводина, Лилия Петришин. Также передаю вам привет. Друзья, подписывайтесь на канал, ищите пасхалки и ставьте под видео лайк. Всем удачи и творческих успехов. Пока!